Хаешки, ребятки, с вами Лекс, вы видели то, что я чуть не сдох, но в этом, не в этом дело, ребят. Сейчас я попытаюсь сделать так, чтобы все время находиться в центре, ну, по крайней мере, большую часть времени. И будем просто накручивать круги. То есть, если мы в основном играем агрессивно, то сейчас я хочу играть не агрессивно. Ну, то есть, для начала, конечно, агрессия нужна, потому что без агрессии куда я пойду? У меня ж очков не будет без агрессии. Ну и вот. И будем только в центре с вами находиться и стараться набрать как можно больше очков в центре. Потому что это действительно возможно. В центре это действительно возможно. Да. Только я, если я вот так сливаться не буду, как сейчас, то это действительно возможно. О, я заспаунился прямо в центре, ребят. Что? Все пока отлично, раз я в центре. Ну, что? Он не умирает, видели? Нифига себе, огромный. Я, кстати, мог сейчас попробовать его уничтожить, но я просрал момент. Ну и ладно, в принципе. Он хочет сделать круг. Пускай делает, попробуем победить его в кругу в его же. Ну, он понимает, что опасно, опасно со мной шутки шутить. Развернулся, я думал, не хватит. Вот и все. Я говорил, что со мной шутки шутить опасно. Он мне не верил. И в итоге погиб. Пипец. Немножко подлагивает. Ну, вроде бы нормально. Вроде бы живем. Ну, отлично. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Этого берем в плен. Заодно вот эти эссенции съедим. 6000! 6000 за максимально короткие сроки. Ух, я вроде бы доволен пока что результатом. Недавно набрал опять 218 тысяч, если вы не видели этот ролик. Блин, ё-моё. Если вы не видели этот ролик, то, разумеется, прошу на мой канал зайти. Ну, если вы хотите посмотреть. 218 тысяч, это не максимальный мой рекорд. Но 218 тысяч, это последний из моих рекордов. До этого у нас был 222 тысячи и 237 тысяч. То есть больше пока 200 тысяч я не набирал. К сожалению. Ну все, крутим круги, мне кажется. Ближе к центру надо все равно сходить. Блин, мне сейчас телефон звонит, мне нужно ответить, конечно. Но что-то... Сейчас, наверное, и отвечу. Сейчас, наверное, и отвечу, ребят. Надо быть все равно внимательным. Главное не сдохнуть, пока я буду отвечать. В принципе, мы прям в середине. Так... Взял телефон. Отлично. Не ожидал он такого. Это тяжелее, чем я думал. Так. Ну, ребят, сейчас, в принципе, выключу микрофон, так что не думайте, что я пропал куда-то. Thank you.
Так, ребят, появились неотложные дела, к сожалению. Блин, да что ж такое, и все через жопу все равно идет. Блин, так умер, ребят, блин, так умер. Извиняюсь, конечно, за то, что... Блин, ну опять не подготовился к съемке, моя вина, ребят. Сейчас тогда в конце ролика я вам объясню то, что я хотел объяснить давным-давно своим подписчикам. Это создание клана. То есть здесь нельзя никак кланы создавать, то есть нет такой кнопки создать клан, но мой клан будет называться, как я уже говорил во многих роликах, Лекс. Если вы вступите в такой же клан, то я буду вам очень благодарен. То есть для вступления вам нужно просто добавить префикс в квадратных скобочках. Как это будет выглядеть, я сейчас покажу, разумеется. Сейчас покажу. Ну, после, конечно же, смерти. Блин. Мог бы успеть, если бы не подлагало немножко. О, черт возьми, черт возьми. Ну ладно, он молодец. Смотрим сейчас внимательно, ребят. Что же нужно сделать для того, чтобы помочь мне и вступить в мой клан? Я буду вам очень благодарен, если вы сделаете вот такое вот действие. Перед ником своим, перед ником, поставите вот такие две квадратные скобочки и напишите там три буквы простые. Лекс. То есть Лекс и ваш ник. То есть может быть Лекс, там какой-нибудь... Ладно, русских нельзя. Какой-нибудь одуванчик, да? К примеру. Или Лекс там... Супер Снейк. Тоже вариант. Но главное, я вас опять же прошу, чтобы вы сделали вот такое вот дело, Лекс. Сейчас у меня тоже будет такое дело теперь постоянно. То есть у меня теперь ник постоянно будет выглядеть вот так. И благодаря вам, ребят, если вы будете это делать, я буду чаще выходить ролики, можно так сказать. Чаще и лучше. Может быть, даже наберу больше очков, чем обычно. То есть 200 тысяч мы набрали, следующий горизонт 300 тысяч. И самый пока что мною преследуемый — это 500 тысяч. Разумеется, до миллиона я тоже хочу дойти, но об этом даже речи не идет, потому что это очень тяжело. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте префикс Лекс рядом своим ником. Плюс подписывайтесь на Twitch канал, если вы зарегистрированы ВКонтакте, то, разумеется, ну, в принципе, там все уже зарегистрированы давным-давно, то заходите в группу ВКонтакте под названием Snorlax Mine и его друзья. Как бы смешно это название не звучало и примитивно. Но один фиг, эта группа есть, вы можете найти ссылку на нее в шапке моей группы. Там есть ссылочка на группу ВКонтакте. Так что, ребят, дерзайте, я надеюсь на вас. Ведь без вас и меня бы не было. Ладно, с вами был Лекс. Всем добра.